902, 37 перезажен в депо. Диспетчер. Есть диспетчер. Октябрьская, 876 поезд, 2-й. До конца не въехал, не знаю, в чем дело, не доехал, и двери не открывает. 61-й маршрут. Верно. Да, и сейчас не доехал и объезжал со скоростью 5 километров на станцию. 23-й маршрут, 23, с Ленинского проспекта, без команды не отправляться. 23-й, 23, с Ленинского проспекта, без команды не отправляться. 61-й маршрут, 61. 61-й. 61-й. 57-й маршрут, Третьяковская, без команды не отправляться. 57-й, Третьяковская, без команды не отправляться. Петя, 61-й, понял. 61-й, что вы поняли? Почему вы въезжали со скоростью 5 километров на станцию? Что у вас? Диспетчер, у меня все в порядке, машина исправна. А почему у вас увеличенный интервал? Диспетчер, мне кажется, у него неадекватное поведение. Он не доехал до станции, последняя дверь в туннеле у него открытая. Сейчас сделаю высшую посадку и следую согласно расписанию. Высаживайте пассажиров, высаживайте 61-й. 23-й на академическую. Диспетчер. Я диспетчер. 21-й маршрут, следую резервам до бабушки. Неисправно. Так, 32-й маршрут, не приближайтесь к Октябрьской, 32-й. 61-й маршрут, высаживайте. 61-й маршрут, высаживайте пассажиров. В Октябрьской стоим около светофора УК-412. Стойте, не приближайтесь. Понятно, стоим, не приближаемся. Октябрьская, высаживайте 61-го пассажиров. 23-й маршрут, 23 с академической без команды не отправляться. 23-й, 23 с академической без команды не отправляться. Диспетчер. Я диспетчер. Диспетчер, 61-й маршрут, машинист. Машина исправна. Значит, 61-й маршрут, вы сейчас полностью... Вы сейчас дверь открыли, у вас пассажиры выходят, заходят? 61-й. Диспетчер, 61-й маршрут, машина исправна. Диспетчер, у меня не заехал на станцию, полвагон, он две двери открыты в туннеле. Высаживаем пассажиров. Машинист 61-го, вы сейчас пассажиров высаживаете. После того, как высадите пассажиров, закройте двери закройте, полностью въедете на станцию, поменяйте кабину управления, значит, встаньте полностью указатель остановки головного вагона. И меняйте кабину управления, будем вас собирать на третий станционный путь. Машинист, вы меня поняли? Я диспетчер вас понял, но машина исправна. Машинист, я вас понял, что машина исправна. Значит, вы сейчас высаживаете пассажиров. После высадки полностью уезжаете на станцию. Меняете голову под стопору Д, по его решающим показаниям. На третий станционный путь будет следовать станция Октябрьская. Вам понятно? Диспетчер Октябрьская, водите. Машинист невменяемый. Понятно, значит, милицию готовьте. Понятно. Линей на колодке. Срочно инструкцию, инструктор пусть уезжает на Октябрьскую. Диспетчер, он был на 53-й маршруте. Выезжает, диспетчер. Пусть выезжает. Значит, давайте информацию, машинист у вас не умеет понять. Диспетчер Октябрьска, мне надо, чтобы он продвинулся, освободил стрелку. У меня маршрут не задастся на третьей. Понятно, мы же слышим информацию, что пассажиры высадят, и будем продвигать его. Мы все высадили, он совершенно ничего не понимает. Мы высадили пассажиров. Двадцать девятый маршрут, 29. 29-й маршрут. 29-й маршрут. 29-й маршрут. 29-й, 29. 29-й маршрут, 29. 29-й маршрут. Слушай, 29, 10 вечер. Все свободно. 29-й маршрут, 20-й останется активно. Свободно.
67. Двадцать третий, профсоюзный без команды не отправляться. 23-й с профсоюзной без команды не отправляться. Понял вас, 23-й, с профсоюзной без команды не отправляться. 45-й с Китай города не отправляться. 45-й с Китай города не отправляться. Диспетчер, машинист вышел из кабины и пошел к хвосту. Диспетчер, только остается по АД светофору, по АПСу. Диспетчер Октябрьской, машинист вышел из кабины. Он не продвинулся, тогда ПС, Д. Значит, сейчас разделайте маршрут, и значит, если есть возможность, светофор Д заехал, да? Верно, но у меня только светофор не... Все, понятно, может, разделайте, готовьтесь, по пригласительному будем отправлять. Машинист сейчас где находится? Я его не вижу, дежурный говорит, что по станции идет. Понятно, пусть он за ним идет следом и говорит, пока без команды, чтобы не отправлялся никуда. Пусть пока в другую голову идет. Понятно. Отряд там понятно, значит, по второму пути может разделать и вторую стрелку переводите в минусовое положение. Понятно. Первый маршрут первый. Первый маршрут. Черемыш срывающий на первый подоборот. Диспетчер! Слушаю. Машинист инструктор Зароченцев с первым маршрутом до Октябрьской следует. Все понятно. Проспект Мира, прибывающий на второй путь под оборот. Десятый маршрут, десятый до проспекта под оборот. Десятый маршрут до проспекта под оборот. Десятый маршрут. Машине 61 маршрут. Слушаю вас. Вы пассажиров высадили, кабину управления поменяли? Да, поменял. Причина освободить вагоны. Значит, 61 маршрут. За сигналом следите. По пригласительному сигналу светофора Д будете следовать. На третий станционный путь, станция Октябрьская. Бабушкин, как отключитесь? 61-й, вы меня поняли? 61-й, 61. Октябрьская, у вас маршрут готов на третий? Верно, диспетчер, разрешите ПС воспользоваться. Плюс, вторая, минус, у красной колпачки надетая. Воспользуйтесь, и машинисты пусть дежурно скажут, что сейчас ПС откроет, пусть отправляется. Понятно. Диспетчер Октябрьская, машиниста с хвостового вагона вытащили в милиции. Состав сейчас стоит без машиниста? Поезд стоит без машиниста, открытый перед. 39-й прибывающий на Октябрьской, ответьте диспетчеру. 39-й прибывающий на Октябрьской, ответьте диспетчеру. А выставка прибывающий на второй подоборот. А выставка. А диспетчер Черемушки, верно берем первый подоборот? Первый подоборот. Диспетчер Октябрьской, у меня милиция под руки держит. 39-й маршрут, 39. 39-й, 39-й, слушает вас, не отвечал, езжал на станцию Октябрьская. На станции Октябрьская высаживайте пассажиров, затормаживайте состав, переходите на второй путь, 61-й маршрут будете звонить на третий станционный путь станции Октябрьская. После того, как заведете, будете возвращаться на свой состав. Пассажир высажен на 61-й маршрут. Понятно, с 39-го высаживайте.